Как говорится, трудности нас не пугают, а закаляют, и мы становимся на них сильнее. Я надеюсь, что поединки с турецкой командой «Бьюк Чекмечи» вам предстоит выучить это название. Мы ставим себе только максимальные задачи, потому что это только первый этап, а у нас еще будет и второй. Победитель матча «Днепр-Бьюк Чекмечи» будет играть второй раунд квалификации с эстонским «Тарту Рок». Поэтому такие у нас задачи, цели мы себе не меняем. Нам надо пробиться в основную сетку Еврокубка. И в связи с этим команда вот с понедельника выходит из отпуска и начинается готовиться к отборочному этапу. Особо больших изменений нет. Нам влился в коллектив Александр Сизов, который был позапрошлом сезоне при тренере Вальдемараса в Хомичесе. Был у нас в коллективе. Вот он сейчас вернулся. Я думаю, он добавит мощности в задней линии. Ну а в передней линии у нас так остался капитан нашей команды Тимофеенко, который успешно со сборной 3-3 выступил на чемпионате Европы. Вот сегодня их чествовали в Киеве, и ему и Максиму Закурдаеву вручили почетное звание мастера спорта международного класса. Поэтому состав у нас стабильный, уже команда с опытом побед, поэтому надеемся, что они свои достижения, которые были в украинской суперлиге, а также те ребята, которые играют в разных сборных, смогут собраться в такой единый кулак и понять, что мы являемся единственными представителями города из игровых видов спорта, которые будут участвовать в Еврокубках в этом году.